Всем здорово, пацаны, с вами Ред Стерн, и сегодня первое мое видео на компьютере. Хотелось бы его начать радостно, написать какую-нибудь катку, но нет, пацаны, не сегодня. Ведь сегодня со мной в одной катке попался очень один интересный человек, вот, это он. Давайте посмотрим за его демку, мне очень просто интересно на это посмотреть. И показать вам, какие люди играют на праймах. Давайте включим дополнительную консоль для демки. Он еще не подключился. В скором времени подключится. Перемотаем немножко. Вот. Он подключился. Вот он. Давайте за ним смотреть. Как мы видим, он пока что стоит в АФК. Наверное, настраивает читы. Читы он на разминке еще не настроил. Сейчас вы увидите, как он играл с ненастроенными читами. Потом в ходе игры он их настраивал. Сейчас будет несколько вантапов CSPA. Вот. Сами видите, как дергается прицел. Также у него, можете видеть, неймтег меняется. То есть Game Sense — это чит скит. Легитный чит, но чтобы играть с ним на прайме, я думаю, надо быть дебилом. Вот. Давайте немножко перемотаем. В первом раунде он ничего не будет делать, так что первый раунд можно забить на него. Идет на Б. На Б никого не находит. Идет на А, но тут всех уже убили. Вот. Второй раунд. Второй раунд можно посмотреть. Я не знаю. Вот. Он остановился и настраивает свои читы. То есть делает их легитными, потому что он зашел не по легиту. Вы сами видели. Так, ну стреляйте, полетит все дела. Его тиммейты разносят наших, я не знаю, есть ли читы у его тиммейтов, за ним я не смотрел, потому что вот этот персонаж меня больше всего интересует. Вскоре вы узнаете почему. Ну иногда вот останавливается, чтобы поднастроить, так подкрутить, сказать, читы. Вот. Ищут они меня. Я остался один. Ну, как мы видим, он делает вид то, что не видит на своем ПХ нас. А вы говорите то, что он не читер, а я потом... Ну, вы сами увидите, когда я помню, что он читер. Но сейчас это был, можно сказать, дефолтный килл. Могла залететь, типа... Тапка мне в лицо, окей, хорошо. Вот тут перемотка идет. Сидит на Б, как мы видим. На Б противников нету. Интересное самое начнется на 9-10 раунде. На этом раунде я зайду за себя, и вы посмотрите за этим моментом. Момент, я скажу, очень-очень палевный для него. И это еще будет в конце катки такой же момент. Вот. Он бегает, прыгает. Вот. Еще посмотрим с его стрельбой. Ну, я не могу назвать это читами, максимум, типа... Самая маленькая наводка, которая тут могла быть. Но наводки я тут не вижу. Вот мои тиммейты на него бомбят. Типа пишут, у тебя неймтег меняется, все дела. Так. Тут перемотка идет. Вот он нашел меня и убил меня почему-то странно в голову с ВП. Он меня убил. Вот стреляется с чуваком на миду.
Мне показалось, или скоп был отведен в другую сторону? Он не мог так прикольнуть. Пацаны, напишите в комменте, показалось мне или нет, просто отматывать как-то не хочется. И так видео будет долгим. Пытаюсь сделать ноускоп, он у него не получается. Перематываем. Да, вот единственный раунд, который мы выиграем. Мы взяли паузу, чего надо было отойти. Он берет М-ку. Хотя пока кончится перерыв. Идет спиной на А. Ждет в паусах. В паусах будет один человек. Идет в паусе на шифте. Понимаешь, что тут никого нет. Смотрит сразу же яму. Это очень подробно. И не убивает меня. Не убивает. Возможно, решил открутить АИМ. Или его выключить. Не знаю, не знаю, очень спорный момент. Звание, кстати, не такое большое. Типа Silver 6, серая звезда. То, что тут попадаются читеры, это очень, очень странно. Ну окей, это легитный читер. Убил чела опять же хэдшотом, я просрал этот момент. Давайте посмотрим его заново. Не умею этой фигней пользоваться, видимо. Да. Да, походу, я не умею этим пользоваться. Ничего, проскочил. Так, подождите. Как этой фигней пользоваться? Сейчас, пацаны. Я сделаю все заново. Вот, фейлы. Потому что мне не приходится пользоваться демками. Их смотреть. Все по новой. Сейчас я здесь вообще вам просто должен подключиться. Он подключился. Теперь перематываем тогда на раунд 5, где мы остановились. Ой, неправильно написал команду. Вот. Вот раунд перематываем. Вот 5 раунд. Паузу перематываем. Мне интересно, как он убил чела на миту. Мне показалось, или это был слишком далекий флик. Уходит. Вот. Этот момент. Очень-очень странный килл сейчас был. Очень. Ой, у меня камеру как-то перекосило. Надо, скорее всего, анти-аим. Человека убивает.
Очень дерганный тип, очень дерганный. Не знаю почему-то. Да, видит меня. Они меня сжимают. Приматываем раунд. Его убивает мой тиммейт. Так, давайте посмотрим, что он будет делать в этом случае. Да, убивает с АВП. Но это дефолтный, впрочем, килл на миду. Ну, понимает, что там никого нету. Идет на... Занимает позицию в коннекторе. Начинаем смотреть паусы. Чекает еще раз мид. Убивает меня. Ну это дефолтный килл опять же. Впрочем, в этом раунде не будет ничего интересного, они выигрывают, как обычно. Давайте смотрим этот раунд. Идет к яме. Зумит яму. Видит человека. А его он убивает. Хорошо. Вроде бы в этом раунде, если я не ошибаюсь, будет этот момент. Впрочем, то вы должны его увидеть. Или не в этом раунде, я не знаю. Так. Ну, Андер убивает Андер. Не в этом раунде. Матываем. Не будет вам видно, я не знаю. Типа он сейчас палит свой анти-аим жестко. То есть вот он сел в эту позицию с антиаимом. Я по нему стреляю. То есть пули летят ему прямо в голову. Но ничего, в принципе, не происходит. Он стоит, будто ему все равно. Так, мотнем на раунд назад. Так, теперь переключаемся за меня. Вот. Эй, за меня переключаемся. Как эта фигня работает? Давайте смотреть. Я немножко стопит мой тиммейт. Я спускаюсь в Андер. А теперь наблюдайте. Пули летят ему прямо в часть тела, прямо в часть тела. Крови нет, попаданий нет. И меня убивают со спины. Да, ребята, вот такие люди играют на прайме, на прайме. Приматываем раунды, тут ничего, впрочем-то, не будет. Его посадили на нож. Вот. Смотрим, он зашел за террористов. Точнее, поменяли стороны. Видео получится очень длинное, но... чтобы вы просто знали. Так, отличный вантап от него.
Они проезжают этот раунд. Давайте вернемся обратно. Вроде бы в том раунде бывает и фигня. Где он еще раз спалился. Или раунды не запрямятся. Ладно, ладно. Но он стоял там опять же у стены на Б, и в него не попадал человек. По нему прилетел хэдшот. Так, переходим за геймсенса. Стоит на Б. Смотрит через стену. Что ты вообще делаешь? Или ты кухню смотришь? Ладно, пусть он типа смотрит кухню, окей. Остался 1-2. Сразу скажу вам то, что он выиграет этот раунд. А именно, как вы сейчас увидите, ну, я не знаю, есть ли тут палевные моменты, но он поставил хэдшот вроде бы с ССГ. Не, палево тут не будет. Да, стандартный хэдшот. Меня он попадает, кстати. А вот это уже палево. Ну, в общем, ребят, как-то так. Читер легитный, но читер... Это будет читер. Вот, видите, прайм статус. Антиаимум был 100%. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, пацаны. И желаю вам не увидеть людей в вашей катке.